Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня покажу вам закупку продуктов из магазина Лента. Она такая достаточно большая. Вот, и чек, как всегда, будет в конце видео в электронном формате. Девочкам моим в жару не до активных проверяний. Они у меня тут спят вовсю. Вот, и давайте начнем вот отсюда, с бытовой химии. Что-то у меня подзакончилось все. Фаберлик еще не заказала ничего. В общем, попросила купить порошки. Я, правда, просила купить жидкие порошки, но он мне купил вот такое. Но ничего страшного, у меня и такое уйдет. И вот такие капсулы муж мне купил. Вот, ну, у меня все уходит. Вот этот кондиционер для белья, пледы стираю, там какие-то собачьи подстилки, чтобы они такие помягче были. Вот, не сильно он держит аромат, ну, такой вот для технических каких-то вещей отлично. И вот такой вот вернель он мне еще купил, и туалетная бумага здесь, упаковка. И вот основная закупка продуктов. Так, давайте начнем по традиции с мяса. Закупила у меня мясо, потому что я сейчас не особо никуда не езжу. Уж в Ленте сразу все купил, потому что жарко, невозможно. Так, значит, свиной окорок вот такой. Не знаю, может быть, шашлычок сделаем или на котлетке я его пущу. Курочку целую, вот, тоже, может, запеку, наверное, скорее всего, или разделаю, посмотрим. И рыбу, что-то давно я не покупала рыбу. У нас, кстати, в местных магазинах рыбы нет, только мясо продают. Очень жалко, на самом деле. По крайней мере, я не нашла еще такой магазин. В общем, треска филе вот такое и пангасиус. Вот этот пангасиус, кстати, я очень люблю. Он очень хорошо идет, знаете, запеканочка, там картофель, рыба, лучок. В общем, такая как бы запеканка очень вкусно получается. А треска я в основном на котлетки делаю. Ну, рыбные котлетки имею в виду. Так, дальше наггетсы вот такие взял, как обычно, с сыром и обычные. Пепперони, как всегда, тоже. Сыр вот такой еще гауда в нарезке, чтобы удобненько было. И вот такой кусочек, я обычно использую его для запеканочек всяких, да. Сыр голландский. Вот. Так, здесь у меня еще молоко, большая кружка. И давайте по молочке пройдемся. Сметанку купил 15%. И взбитые сливки. Девочки, я во влоге показывала десерт с вот этим сыром рикотта, клубника или любые ягоды. У нас сейчас малина начала спеть на огороде, да. И вот с ягодами, со взбитыми сливками. И вот эта рикотта, я ее смешиваю с сахарной пудрой. Получается безумно вкусный десерт. Вот муж купил, чтобы надолго хватило. Можно вместо рикотты, кстати, использовать мороженое. Я тоже так делала, обычное мороженое. Вот, дальше творог. Так поедим вот этот пискаревский. Ну и на выпечку тоже какую-нибудь, может, запеканку какую-нибудь творожную сделаю, посмотрим. Масло сливочное и разрыхлитель теста. Вот попросила его купить, у меня уже закончились. Также вот как раз сахарная пудра он мне купил. И здесь вот эта томатная паста. Вот эта томатная паста, кстати, мне очень нравится. 365 дней, удобная упаковка и хорошая, ну, хорошая паста. Мне нравится тут несколько штучек. Также фасоль. Я вот как раз хочу фасоль с овощами потушить и с томатной пастой. Вот, рис японской кухни. Может быть, суши сделаем как-нибудь на днях. Дальше здесь вот такой еще соус он купил. Кстати, впервые такой мы покупаем. Ну, именно вот этой марки я имею в виду. Вот такой соус, сладкий чили. Вот, так что будет, наверное, вкусный. Вот, и давайте пройдемся по напиткам. Вот такую газированную воду. Я из нее делаю что-то наподобие мохито. Лимон, лайм, мята. И заливаю, немножко сахара добавляю. И заливаю вот такой вот газированной водой. Кстати, кто-то из вас мне посоветовал использовать не обычную кипяченую, а газированную воду, лед и вообще супер напиток. Вот, ну и такие напитки тоже. Вот, лидского кваса, муж сказал, не было, поэтому он взял вот такой русский дар. Русский дар тоже неплохой. Конечно же, мой любимый лимонад Тархун. Вот такой вот. Обожаю этот лимонад. Вообще, лимонады черноголовки очень вкусные. И вот такой вот он еще взял, Байкал тоже. Ну и сок еще яблочный. Также здесь вот такие актуальки. Сыворотка, сок. Дети у меня их любят. Такие два с яблоком, я так понимаю.
яблоко тархун. О, наверное, очень вкусно будет. Вот. А здесь ананас, папайя, мята. Вот. И вот это безалкогольное пиво, которое мне очень нравится. Муж у меня пьет алкогольное. Ему тоже нравится, но больше нравится алкогольное. Вот он себе купил козел вот такой. А мне вот такое. Так что очень вкусно. Дальше. Хлеб. Батон обычный на котлетке. Ну, наверное, котлетки, кстати, буду делать. Сделаю фарш. Вот этот двинский хлеб Оладушкин очень вкусный. Если у вас продается, обязательно купите. И вот такой еще обычный лентовский хлеб. Также две вот такие вот лепешечки. Это у меня любит очень муж. Вот такие сырные с ветчиной. И все время их покупают. Вообще выпечка в ленте очень хорошая. Ну, по крайней мере, в нашей ленте. Очень вкусная вот такая еще сырная. Вот. А также здесь немножко печенья он купил. Вот, вот этот вот десерт рикотта, да, с сыром рикотта и со взбитыми сливками и с ягодами. Я еще делаю с печеньем. Поэтому вот он мне взял вот такое обычное печенье, которое я расталкиваю, да. Ну, во влоге я показывала. Вот. И вот такое еще юбилей, надо просто погрызть. Арбуз, мы уже не первый, это уже второй арбуз у нас в этом году, по 39 рублей сейчас, конечно же, арбузы немножко дороговаты, потом будет дешевле, 8 килограмм, ну почти 9 получается, вот. Очень любим арбузы в Бине. Так, дальше здесь у меня нектарины по 230 рублей и черешня, смотрите, черешня в ленте 179 рублей, и она не мелкая, а вот такая вот неплохая. Я у нас покупала по 250 где-то, да, ну вот у нас в местном магазине, вот, так что супер. Купила еще помидоры, у меня помидоры еще не поспели, огурцы мы уже в теплице вовсю едим мои, а вот помидорчики, соответственно, еще купили. Картофель молодой по 72 рубля, конечно, цены на корнеплоды, что свекла, что картофель, сейчас вообще непонятно какие, это же кошмар, 72 рубля, я такого вообще не помню, что при этом были такие цены. И морковь, девочки, но муж взял, правда, мытую морковку, но все равно 86 рублей, это же вообще, зимой даже таких цен, мне кажется, не было. Вот, напишите, как у вас цены на корнеплоды, на свекла. Вообще там что-то по 100 рублей. Мне одна девушка написала, что у них вообще по 250 рублей молодая свекла. Кошмар, конечно. Вот, и сахар 5 килограмм он мне купил. Опять же, пошли ягоды. Может быть, перетертые какие-то сделаю. Может быть, вареницы сварю. Поэтому попросила его купить большой мешок мне сахара. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Точнее, у моего мужа. И сейчас вам покажу чек.